Дизайн окон – это важный элемент интерьера помещения. Чаще всего ему уделяется внимание на конечном этапе обустройства комнаты, чтобы подобрать по-настоящему гармоничные шторы и занавески. Но сам выбор тюля порой становится большой проблемой, ведь он должен быть не только красивым, но и по доступной цене. О том, где в Твери можно купить украшения для окон и не пожалеть, расскажем в нашем следующем сюжете. Тюль – тончайшая ткань, украшающая ваше окно и вносящая в помещение не только красоту, но и тепло и домашний уют, скрывающий от глаз внешнего мира. Виды тюля на окнах – особые критерии, которые стоит учитывать при выборе декора. Тюль для окон стоит выбирать как с учетом ткани, так и комнаты, для которой она предназначена. У нас самая шикарная иранская турецкая тюль. Мы ездим по всей России. Выбор у нас очень большой. На любой вкус, на любой выбор. Есть и кухонные, на кухне как бы шикарные портьеры и многое что другое. Выбор тюля зависит от ваших предпочтений и полета фантазии. Матовый или прозрачный, сотканный из тонких нитей или сетчатый. Может быть вышитым или же декорированным кружевом. Дизайнеры рекомендуют подбирать занавески под цвет предметов мебели, а не обоев. Такой совет связан с тем, что обои, как правило, люди меняют чаще, чем мебель. Поэтому после ремонта возникает необходимость покупки новых гардин. Поэтому выбор в цветовой гамме здесь тоже богатый. От необычайного для российских семей фиолетового, красного и сиреневого до привычного цвета слоновой кости и белоснежного. Последний писк этого сезона – тюль градиентной расцветки. Благодаря плавному переходу из одного цвета в другой, такое украшение дома выглядит нежно, но в то же время ярко. Цены у нас очень доступные. У нас все по 350, есть и по 300, есть и 250. Мы можем подобрать как бы под любой интерьер и некоторые со скидочкой. Перед тем, как подобрать тюль для оформления окна, оцените размеры и архитектурные особенности комнаты. Правильно выбранные тюлевые занавески освежат и украсят комнату, скорректируют недостатки помещения, создадут уютную и приятную атмосферу. Грандиозная распродажа турецкого тюля с самым большим ассортиментом и низкой ценой в Твери проходит уже не первый раз и полюбилась горожанам. Приходите за обновками для своего дома по адресу улица Орджоникидзе, дом 48А, рядом с магазином «Магнит». Торопитесь, ярмарка пробудет в Твери только до 8 июля. Оплата возможна как наличными, так и кредитными картами.